И вы должны оценить, особенно если это пациенты уже возраст плюс, не молодые пациенты. Вы должны оценить, насколько гармонична верхняя треть, средняя треть и нижняя треть. Прежде всего стареет вот эта зона. И вы должны внимательно вот при этом свете, освещении белом, при освещении лампы, тени вам тоже будут в помощь. Вы должны посмотреть, насколько вот это соответствует этому и нижней трети. И если вы видите, что есть скелетизация орбиты, то есть есть синдром уставшего лица, чуть-чуть опущена мышца, и есть немножко здесь уже вот смещение жировых пакетов. При наклоне головы есть нарушение четкости, плавности контуров нижней челюсти, овал. То есть здесь не очень хорошо, здесь не очень хорошо, но при этом. А такого не может быть. Здесь нехорошо, а тут все хорошо. Вот тут прежде всего должно быть нехорошо. То есть если пациент вам говорит, я никогда ничего не делал, никогда, но при этом тут, тут и тут несоответствие, то есть прежде всего должно быть вот тут нехорошо.